Бог всякому из нас вместе с жизнью дает тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом мире имеет какой-то смысл, какое-то Божье намерение, направленное на то, чтобы все было хорошо. Что усердное исполнение этого намерения есть наша заслуга перед ним. А потому и радость. Thank you.
веселому году. Душа в мире. И разве не понятен после этого мой порыв написать вам?
что-то высказать, что-то разделить с вами, на что-то пожаловаться. А разве ваше произведение не то же самое, что и мои письма к вам? Ведь и вы что-то и кому-то высказываете, и посылаете свои строки кому-то неведомому, и куда-то в пространство. Ведь и вы жалуетесь. Да, чаще всего только жалуетесь, потому что жалобы, иными словами, это мольба, сочувствие. Она наиболее неискоренима с человеком, сколько ее в песнях, молитвах, стихах, любовных излияниях. И я читала, и неизвестно, почему чувствовала себя мучительно счастливой. До свидания. Я еще раз благодарю вас. Мне хочется еще что-то сказать, но что, я не знаю, я не умею определять. Я думаю, что напишу вам еще. Мне кажется, что это принято писать писателям. А кроме того, вы ведь можете и не читать моих писем. Хотя, конечно, мне это будет очень грустно. Нет, мерси. Ни водки, ни вина никогда с водой не пью. Вода портит вино так же, как телега дорогу. И как женщина душу.
хорошего же вы мнения о нас. Простите, это может показаться дурно, но я не могу не сказать вам. Я не молода. У меня дочь уже почти барышня. Но я была тогда-то не дурна и не слишком-то изменилась с тех. Мне просто не хочется, чтобы вы представляли себе меня не такой, какая я есть. Будьте счастливы. И да сохранит вас Бог. Приятно, что вам у нас понравилось. Добрый вечер. Доброго здоровья.
Очень понравилось. Как вас величать прикажете? Ольга Александровна, а вас позвольте узнать. Николай Платоныч. А нынче у нас чудный рассольник. У нас повар замечательный, у самого Александра Михайловича служил. Рассольник так рассольник. Спасибо. А вы давно тут работаете? Третий месяц. Раньше где? Служила продавщицей в Принтемпс. Верно, из-за сокращения лишились места. Ну да. По доброй воле не ушла. Вы замужняя? Да. А муж ваш что делает? Работает в Югославии. Бывший участник белого движения. Вы, вероятно, тоже? Да. Участвовала в Великой и Гражданской войне. Это сразу видно. И, вероятно, генерал? Бывший. Теперь вот пишу историю этих войн по заказам разных иностранных государств. Не служит ли страдание доказательством возможности счастья? А короткий
короткие минуты счастья, да разве они не заслуживают быть купленной ценой слез и страданий? Конечно, конечно, мы полны разочарования, мы ожидали так много и получили вот так мало. Но ведь бывают уже и минуты блаженства, которые даже наше воображение не в силах создать, и след таких минут никогда не исчезнет. И после них человек становится и выше, и добрее. И для него мелочи жизни не имеют подавляющего действия. Он стоит выше их. Ну, может быть, вы ответите мне? Ну, конечно же, только двумя-тремя словами. Вы любите синема? Сейчас в кинотеатре Эдуард идет какой-то замечательный фильм, говорят. Хотите, пойдем посмотрим, у вас, конечно, есть выходные. Мерси, я свободна, по понедельникам. Отлично, значит, пойдем в понедельник. Сегодня что? Суббота, значит, послезавтра идет? Мерси. А вы, вероятно, завтра не придете? Нет, еду за город к знакомому. Почему вы спрашиваете? Не знаю. Но я как-то к вам уже привыкла. Если честно, я к вам тоже. На свете мало счастливых встреч. Вы где живете? Где нам удобно встретиться? Возле метро Матер Бруквит. Видите, как удобно? Это прямой путь до кинотеатра. Я вас буду ждать ровно в 7:30 на выходе из метро. Мерси. Нет, это вам спасибо. Уложите детей спать и приходите. Слава богу, у меня этого добра нет. Извините. Да, Ольга Александровна. Меню можно? Да, конечно. А вы не хотите? Не хочу. Я прошу прощения! Да подожди! Послушайте, уважаемый! Я... Пройдемте, я вас сейчас обслужу. Борис Петрович, там вас одна барышня спрашивает. Какая барышня? Ну, понятно, какая. Из уличных, значит? Не знаю, как правило, приезжие к Ане Матвеевне посылают за барышнями, а эта сама пришла. Ростом высокой, вроде гимназистки.
А это забавно. Вам пока не получу от вас ответ. Не знаю, может быть, ваш издатель не передает вам моих писем. Может быть, вас отвлекают срочные занятия, светская жизнь. Нет, это, конечно, очень грустно. Но, по крайней мере, лучше, чем думать, что вы просто пренебрегли моей просьбой. Думать так и обидно, и больно. Вы, конечно же, скажете, что я никакого не имею права. И что, стало быть, никакой обиде, ни боли не может быть и места? Но точно ли я не имею этого права? Ну, а может быть, оно уже есть у меня? Ну, раз я испытала известные чувства к вам. Ну, был ли хотя бы один Ромео, который бы не требовал взаимности и без всяких на то оснований? Или Отелло, который ревнует по праву? Ведь они оба говорят, раз я люблю... Ну как можно меня не любить? Нет, это не простое хотение, чтобы меня любили. Это, знаете, это гораздо больше и выше. Раз я кого-нибудь люблю, то это уже мое, это уже во мне. Впрочем, я не умею объяснять это как следует. Я знаю только одно, что так казалось и кажется людям всегда. Но как бы там ни было, письма от вас нет. А я продолжаю вам писать. Нет, я неожиданно выдумала, что вы мне чем-то близки. Хотя, опять-таки, выдумала ли? Ведь я даже вас себе не представляю. Я ведь даже не вижу вашего физического облика. Тогда я кому пишу? Самой себе? Я от вас уже ничего не жду и говорю вам это совершенно искренне. Вот шла и... Вот шла и забрела на огонек к вам. Очень приятно. Снимайте шляпу и присаживайтесь чай пить. Сколько вы можете заплатить?
Да успеем еще сговориться. Выпьем прежде чайку. Нет. Я должна знать условия заранее. Я меньше 3 рублей не беру. Ну, 3 так 3. Вы шутите? Да нисколько. Вы здешние? Нет, дальние. Я пошла раздеваться. Thank you.
простите меня. Вы же думали, что я настоящая проститутка. Но только очень глупая или сумасшедшая. Нет, я не думал, что вы сумасшедшая. Я думал, что вы еще малоопытны. Но знаете, что девицы в известных домах надевают гимназическое платье? Зачем? Чтобы казаться невиннее, привлекательнее. Нет, нет, я этого не знала. У меня нет другого платья. Я только нынешней весной кончила гимназию. Тут внезапно умер папа, мама умерла давно. Я из Новочеркасска сюда приехала. Думала найти тут через одного нашего родственника работу. Остановилась у него. Он начал ко мне приставать, я его ударила. И все ночевала на скамейках в городском саду. Я думала, что умру, когда вошла к вам. А тут я еще увидала, что вы хотите как-нибудь от меня отделаться. Я попал в глупое положение. Я же согласился впустить вас так, от скуки. Я раньше никогда не имел дела с проститутками. Я думал, что войдет самая обыкновенная уличная девчонка. Я пошучу, поговорю с ней. Дам ей 2-3 рубля. Да-да, вместо этого вошла я. И почти до последней минуты я старалась держать в голове одно 3 рубля. А вышло что-то совсем другое. Теперь я уже ничего не понимаю. А чего вы не понимаете? Ничего не понимаю. Чего вы понимаете? Ничего не понимаю. Осталась в гостинице. Он съездил в деревню, а на другой день они вместе уехали на минеральные воды. Осень они хотели провести в Москве. Но и осень, и зиму провели в Ялте. Она начала гореть и кашлять. В комнате запахло криозотом. И весной он схоронил ее. Ялтинское кладбище на высоком холме. Из него вдали виднеется море, из города кресты и памятники. И среди них верный теперь еще белеет мраморный крест на одной из самых дорогих ему могил. Но он его больше никогда не увидит. Господь милосердно избавил его. Опять пишу вам ночью. Уже в спальне. Мучимая непонятным желанием сказать вам то, что так легко обозвать наивностью. А хочется сказать мне немного. Только то, что мне было очень грустно и жаль себя. И что я все-таки счастлива тем, что мне грустно и жаль себя. Мне грустно, что я одна в чужой стране.
Мне грустно, что я одна не только в этой уютной прелестной комнате, но и во всем мире. И всего грустнее, что вы, которого я выдумала, вы так бесконечно далеки от меня и так мне неведомы. И, конечно, что бы я там ни говорила, так чуждо мне и так право в этом. Все пройдет. Все проходит, и все тщетно, как и вечное ожидание чего-то, заменяющее мне жизнь. Ну, я очень прошу. Ну, напишите же во мне. Ну, конечно же, только 2-3 слова. Только для того, чтобы я знала, что вы слышите меня. Ну, простите же мне мою настойчивость. Александров? Бедный, вы долго ждали? Нет, я только что пришел. Пойдемте скорее в такси. Ой. А вы, может быть, от того мне не писали, что я для вас слишком отвлечена? Тогда вот еще несколько черт о моей жизни. Я 15 лет замужем. Мой муж француз. Мы познакомились с ним зимой на французской ривьере. Венчались в Риме, а после свадебного путешествия навсегда поселились здесь. У меня 3 детей. Люблю ли я их? Да, конечно, но не так, как обычно любят матери, ведущие свою жизнь только в семье и в детях. Когда они были маленькие, я за ними непрестанно ухаживала, а теперь они выросли, и больше они во мне не нуждаются. Родные мои далеко. У нас общих интересов нет, мы и переписываемся очень редко. Но мне часто приходится бывать в обществе. Друзей, подруг у меня нет. А в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю. Ну, если только один не на Крайнем Востоке, а другая на Крайнем Западе. Я чувствую себя молодой и сильной. Нет, я иллюзий никаких не потеряла, я верю в счастье и в любовь. Я ловлю на ходу чудесные минуты, плачу за них дорого, но они того стоят. Довольна обо мне.
если вы напишете. Но напишите же мне хоть что-нибудь о себе. Ну, какой вы? Вы любите Шекспира или Шелли? Гёте или Данте, Бальзака или Флобера? Ну, любите ли вы музыку и какую? Женаты ли вы? Ну, любит, может, у вас есть невеста? И сейчас вы прекрасный и дивный парень, да все ново и радостно. Вам нравится «Воскресенье Толстого»? Нет, меня оно очень занимает. Но Толстой пишет не для меня. Я бы ему не очень понравилась. Я не похожа на его женщин. В особенности на Наташу. Нет, я не понимаю. Ну как она могла превратиться в неряшливую кормилицу своих детей? Но ведь можно же любить и не превращаясь в корову. До свидания, мой друг. Скоро еще напишу вам. Я очень много думаю о вас и сочиняю романы. Хотите, я напишу вам их. На часы с девицей. Шестой этаж. Лифта, конечно, нет. На четвертом этаже коврик на лестнице кончается. А ночью в дождь. Тоска страшная. Откроешь окно, а нигде не души. Бог знает, где-то под окном один фонарь стоит. Большая квартирка в пассе. Живу тоже один. Давний парижанин. Одно время жил в Провансе, снял ферму. Хотел удалиться от всех, ото всего. Жить трудами рук своих. И не вынес этих трудов. Помощники казачка одного. Оказался пьяница, страшного хмелю человек. Завел кур, кроликов. Дохнул. Мул однажды чуть не загрыз меня. Очень злое и умное животное. А главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополь бросила. Вы шутите? Отнюдь. Бросила на второй год замужества. Вам, верно, очень одиноко? Да. Ну, что ж, надо терпеть. Терпение – медицина бедных. Какая-то грустная медицина. Да, невеселая. До того, что иной раз заглядывал в журнал «Иллюстрированная Россия». Там, знаете, есть такой раздел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений. Я вот. Знаю. Извините. Русская женщина из Латвии. Мечтает о переписке с русским россиянином.
шутка. А, молодая вдова, шатенка, с 9-летним сыном, хочет серьезных отношений с материально обеспеченным. Но интеллигентность не обязательно. Вполне ее понимаю, не обязательно. Но неужели у вас нет друзей и знакомых? Друзей нет. Знакомство плохая утеха. А кто же ваше хозяйство ведет? Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам. Завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит домработница. Бедный. Знаете что? Пойдемте куда-нибудь на Монпарнас, например. Тут ужасно скучно, и дышать нечего. А у тебя что дело-то? Номера Мадрид. Так я знаю! А меня туда один шулер водил. А там, знаете, был еврей, а такой добрый. Я тоже добрый. Я так сразу и подумала, вы мне вообще сразу понравились. Такой симпатичный. Значит, идем. Ты чего одна? А я не одна. Мы завсегда втроем выходим. Я Буранеля. Мы заживем вместе. Только вот нынче суббота их приказчики взяли. А меня вот весь вечер никто не взял. Меня вообще не очень берут. Любят больше полных или вот таких вот, как Анеля. Вот она худая, высокая и дерзкая. Пьет страсть, еще и по-цыгански петь умеет. Вот они с Мур живут с друг дружкой, но вот просто вот как муж с женой влюблены. Мур, Анеля! Тебя как зовут? Только не ври, не выдумывай. Я Нина. Врешь. Ладно, я вам-то скажу. Поля. 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 Гуляешь, должно быть, не там. Да нет, я уж давно прям с самой весны. Чего все расспрашиваете? Вон, дай делать папироску. О, у вас вон какие. В номера придем, да. На морозе вредно курить. Ой, ну как хотите. А вот вы знаете, мы завсегда на морозе курим, а она ничего. А вот Анеля вредно, у нее чехотка. Ой, а погодите. А это откуда у вас такой портсигарчик красивый? Вот у него вот точно такой же был. Это ты про шулера, про своего? Ага. Однако запомнился он тебе. Так у него что ж была чехотка? А курил просто страсть как. У него щеки все провалились, глаза провалились. И руки такие волосатые, страшные. Правда? Так вы его знаете. Откуда я могу его знать? Так это еще что? Я же его ездила на вокзал провожать. Я, значит, на вокзал прибежала, а поезд-то уже идет. И
не приехал. Нет. А его верно поймали. Ты с чего взяла, что он шулер-то? Так он сам сказал. Он, знаете, напился портвейну, стал такой грустный-грустный и говорит: я шулер, все равно, что вор. А волка ноги помнят. Ой, ой, нет! А вы погодите! А вы? Вы, наверное, актер, да? Ну, вроде того. Я вот, знаете, так сразу подумала. Вообще сразу нравится. Об этом говорить. Мальчишка, суть мир сущности. А как вы расстались с женой? Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец-горячонок. Чрезвычайно богатый. Месяц два не остался следа той светлой чистой девочки, которая молилась на всех, на нас, на белую армию. Стала ужинать с ним в шикарном кабаке в Пюра, получать гигантские корзины цветов. Неужели ты не понимаешь, как ты можешь меня к нему ревновать? Тебя никогда не бывает дома, ты все время занят. А он для меня просто милый мальчик и больше ничего. Милый мальчик! Самой 20 лет! Нелегко ее было забыть. Прежнюю, Екатеринодарскую. Поедемте ко мне. Посидим еще. Поговорим. Такси! Такси 22!
пришли. А че это вы так все оставляете? Оборуют же! Оборуют, в Сибирь пойдут. Что за мордашка у тебя, прелесть, а? Тебе лет сколько? 18? А какой вы чумой все знаете? 18. Если ты еще хоть слово мне про него скажешь, я тебя убью. Поняла? Где у тебя носовой платок? Ой, а она что это у нас? Раскраснелась. А нос все-таки озяб. Давай ногу. Зачем? Давай ногу. Ой, вот это не надо, давайте я сама. Они у меня такие все тесные, давай. Молчи. Давай скорее, не могу. Чего не можете? Я. Ждать не могу, поняла? А, раздеваться? Нет, одеваться. Но ведь это же не дневник.
Потому что у меня есть хотя бы предполагаемый читатель. Господи, какое мучение. Такое мучение, что я проклинаю день и час, когда решилась написать вам. И хуже всего то, что из этого нет выхода. И сколько бы я себя ни уверяла не писать, а я все-таки продолжаю писать. А кто может быть уверен, что письма не будет? Господи, если бы знать наверняка, что вы мне не напишете, я была бы и этим счастлива. Хотя нет, нет. Надеяться все-таки лучше. Я надеюсь, и я жду. 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 Лежа рядом с ней, он смотрел с неразрешающимся недоумением. Как же это может быть, что она завтра куда-нибудь уйдет? Куда? Живет с какими-то стервами над какой-нибудь прачечной и каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы под каким-нибудь скотом 2 целковых заработать. Детская беспечность, простосердечная идиотичность. Ты, я думаю, тоже на весь дом закричишь от жалости, когда она завтра соберется уходить. Я тебя до утра никуда не пущу. Будем завтракать. А полиция? Полиция. Полиция глупости. Ну, с пола же. Чуть не хуже, чем у твоего Шулера. Вот что мне все время попрекаете-то ему, а? Ешь. И пей. А то убью. Теплый номер, сидишь вся голая, тепло. А это модель, да? Вот это я люблю. Вот лучше всякого портвейна. Он, знаете, вот он завсегда как будто пробкой пахнет. Ну, не завсегда. Завсегда.
Вот хоть 2 рубля бутылка, все одно дело. Давай еще налей. Давай. Чокнемся. Выпьем. И поцелуемся. До дна. До дна. Меня на вокзал пойдешь провожать? Как? А вы что уезжаете? А куда? Когда? В Петербург. Это еще не скоро. Слава Богу. Я уже к вам привыкла. А вы хотите? Я только к вам ходить буду. Только ко мне одному, слышишь? Я ни за какие деньги никому не пойду, честное слово. Теперь спать. Завтра поедем с тобой. Завтра поедем с тобой. Ой, а куда? Я, знаете, знаю одно такое место, Терем называется, на Тверскую, там дешево, просто что даром, а порции там такие дают, прямо за раз и не съесть. Ну это мы посмотрим куда. Утром пойдешь к своим стервам, чтобы они не подумали, что тебя убили. Да и у меня дела есть. А к Симе приходи. Поедем к Патрикеевым. Тебе у них там понравится. Оркестрион там. Балалайщики. А там синема. Там, знаете, там идет одна такая... Такая чудная фильма. «Мертвец-беглец» называется. Да? Да. Спи. Сейчас, сейчас. Нет. Мур не стерва, она просто страсть какая несчастная. Да и я бы без нее пропала. Как это? Ну, она сестра двоюродная отца моего. А тот был сцепщиком на товарной станции в Серпухове. Вот там-то ему грудь буфером и раздавил. Мама моя умерла давно, так что вот так я и осталась. Совсем одна на всем свете. Вот я и поехала к ней в Москву. Приехала. А оказалось, что она больше не служит горничной по номерам. Ничего. Мне дали ее адрес в адресном столе. Села на извозчика с корзинкой. Поехала к ней на Смоленский рынок. Там нашла ее. Она уже не одна была, а с этой Анелей. Вот они жили вместе. По вечерам выходили на бульвар. Но она меня к себе взяла. Потом тоже уговорила на бульвар выходить. Конечно, она меня погубила. Но я без нее пропала. Пропала бы. Что б я здесь делала? Нет, ну конечно, если бы у меня было такое место, я бы никуда не ушла. Я бы никого к себе не подпустила. Ни за какие деньги. Я подумаю над этим.
Может, мы найдем тебе такое место. Я бы вам в ножки поклонилась. Да. Чтоб вышло уж целое идиллия. Чего? Ничего. Спи. Сейчас. Сейчас. Ой. Чё-то я раздумалась. Человека, которого я никогда не видела и никогда не увижу, у меня чувство страшного одиночества. Пустоты. Пустоты. И опять дождь, туман и будни. И это даже хорошо. Ну, то есть так, как надо, это меня успокаивает. Каждый день в полдень приходит почта. Я бегу к ней. Письма, конечно же, не нахожу. И почти успокаиваюсь до следующего утра. Да простит вам Бог вашу жестокость. Да. И все-таки это жестоко. Пейте, дорогой мой, а я больше не буду. Не-не-не, выпьем только по бокалу белого. У меня отличная пыль. Пейте. А я пойду разденусь и помоюсь. И спать, 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 спать. Мы с вами не дети, я думаю, вы прекрасно знали, раз я согласилась ехать к вам. Сюда нельзя.
все, что им было заработано. «Осторожность никогда не помешает», — говорил он. «Любовь заставляет и ослов танцевать. Я чувствую себя так, будто мне 20 лет, но мало ли что может быть». На третий день Пасхи в вагоне метро читаю газету. Он умер. Стала убирать комнаты. В коридоре в плакаре увидала его давнюю летнюю шинель. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, опустилась на пол, вся вздрагивая и вскрикивая, моля кого-то о пощаде. Сцену дурацкими человеческими словами. Что я могу сказать вам, кроме пошлости? А по всему случаю давайте пить на сломанную голову. Пить за всех любивших нас. За всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем были счастливы, блаженны, но разошлись, растерялись навсегда и навеки. Но все-таки навеки связаны самой страшной в мире связью. Прощайте, мой верный друг. Кончаю свои письма тем же, чем и начала. Благодарность. Благодарю вас, что вы не отозвались. Было бы хуже, если было бы иначе. Но что я могла бы сказать вам еще, кроме сказанного? Больше у меня ничего нет. С
сущности, о любой человеческой жизни можно написать только 2-3 строки. Да, только 2-3 строки. Со странным чувством, точно я кого-то потеряла, опять остаюсь одна. И опять возвращаюсь к дневнику, странную надобность которого, да ровно точно так же, как и ваших писаний, знает только Бог. Несколько дней назад видела вас во сне. Вы были какой-то странный, может, молчаливый. Сидели в углу темной комнаты и были не видны, а я все-таки видела вас. Странно. Как можно видеть того, кого никогда не видел в жизни? Ведь только Бог творит из ничего. А через 15-20 лет, вероятно, уже не будет ни вас, ни меня в этом мире. До встречи в ином. Ну кто может быть уверен, что его нет? Ведь мы не понимаем даже собственных снов. Создание своего воображения. Наше ли оно, это воображение? Ну, то есть то, что мы называем нашим воображением, нашими выдумками, нашими мечтами. Нашей ли воле подчиняемся мы, стремясь к той или иной душе, как моя стремится к вашей. Прощайте. Или нет? Все-таки...